В участковую больницу номер 3 села Юровка в первый час работы специалистов пришли проверить состояние своего здоровья 64 человека. Все обследования и приемы врачей в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы» бесплатны. Попасть на прием можно к терапевту, педиатру, неврологу, хирургу, эндокринологу и другим специалистам. Люди очень довольны, что к нам сюда приезжают узкие специалисты. Это кардиологи, неврологи, эндокринологи, окулисты, которых наша участковая больница в своем штате не имеет. В такие дни здоровья им предоставляется такая возможность. В кабинете окулиста сельчане проверили зрение и провели диагностику глазного дна с помощью офтальмоскопа. Он позволяет оценить сетчатку, диск зрительного нерва и сосуды глазного дна. Каждый желающий мог проверить уровень сахара и холестерина в крови. Волонтерскую помощь врачам в День здоровья оказали студенты анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Регистрировали жители, проводили антропометрию. Не все в городе могут попасть к врачу, очереди там большие, а здесь вот, пожалуйста. Вот лично я зашел, меня взяли за ручку и повели каждому врачу. Так что это очень хорошо. И тем более это бесплатно. Реализация комплекса профилактических мероприятий губернаторской программы позволила добиться определенных положительных результатов. Динамика показателей здоровья населения Кубани улучшилась. Анапчане благодаря Дням здоровья смогли на ранней стадии выявить многие серьезные заболевания. Первый цикл Дней здоровья в сельских округах в этом году закончился. Следующий начнется осенью.